Всем здравствуйте! Я приветствую вас в Ульяновском областном художественном музее. Это один из старейших музеев Поволжья, который хранит ценнейшие культурные достояния, имеющие общероссийское и мировое значение. Коллекция музея была основана в 1895 году и формировалась как художественный раздел историко-археологического музея Симбирской губернской ученой-архивной комиссии. После революции 1917 года в состав музея вошли национализированные собрания симбирских дворян, промышленников и купцов Владимира Николаевича Поливанова, Екатерины Максимилиановны Персипенч, Жиркевича, Мещеринова, Шатрова и других. В 20-30-е годы коллекция музея активно пополнялась памятниками из Государственного музейного фонда, Пушкинского дома Академии наук и Государственного Эрмитажа. И в настоящее время она включает в себя около 13 тысяч предметов. Мы сейчас с вами находимся на галерее, это вводный зал. Здесь у нас представлено западноевропейское искусство. И хотелось бы обратить ваше внимание также на прекрасные вазы, которые у нас находятся на балюстрадах. Эти вазы созданы были для декора интерьера. У многих из них есть парочка вот на противоположной стороне. Создавались они в 19 веке на императорском фарфоровом заводе. Сверху к этим вазам крепились канделябры в виде золоченых роз со свечами. Ну, а сейчас мы их сняли для того, чтобы они лучше сохранились. Ну и помимо ваз императорского фарфорового завода, у нас есть две синие кобальтовые вазочки, выполненные в Японии, также в 19 веке. Ну а теперь мы с вами переходим к западноевропейской живописи и открывает нашу коллекцию картина художника Вальдеса Фриаля, которая относится к золотому веку испанской живописи, это 17 век. На этой картине изображен святой Франциск. Художник нам показывает старика-монаха, погруженного в глубокий мистический сон. Мертвенно-бледный цвет лица удивительно перекликается с цветом черепа и деревянного креста, который едва удерживает старик-монах. Крест и череп здесь являются символами бренности и быстротечности земной жизни. Дело в том, что Вальдес Леаль творил во второй половине 17 века. Это время, когда Испания испытывала последствия экономического кризиса, вызванные 30-летней войной с Англией и Францией. Падало производство, пустели города, толпы нищих бродили по улицам, и это чувство безвремени отразилось в творчестве высокоталантливого Леаля. А сейчас мы с вами переходим к искусству Италии. Наиболее ранний образец итальянского искусства – это картина неизвестного художника XVI века «Святое семейство». Здесь мы видим изображение Девы Марии, младенца Иисуса Христа и Иосифа. Краски этой картины чисты и свежи, и художник здесь прославляет теплоту человеческих отношений и красоту материнства. Черты зарождающегося в 17 веке стиля барокко ясно читаются в работе Симоне Пиньони «Иди с головой Алаферна». Это полотно также написано на библейский сюжет о подвиге женщины по имени Юдив, которая спасла свой осажденный город от армии Алаферна. Ночью она проникает во вражеский лагерь и отсекает полководцу голову. Вот как раз изображение головы мы можем увидеть в нижней части полотна. Диагональное построение композиции, резкие контрасты света и тени придают динамику этому произведению, ведь Юдив здесь показана именно в момент побега из стана врага. Ранее это полотно считалось произведением неизвестного художника, но в результате научно-исследовательской деятельности в музее была произведена атрибуция, и таким образом мы узнали, что автором картины является Симоне Пиньони. А теперь мы с вами переходим к нидерландскому искусству. Ярким представителем нидерландской школы живописи является Ян ван Скарель. Предположительно, его кисти принадлежит картина из собрания Ульяновского областного художественного музея, которая называется «Иоанн Креститель». Скорель был подлинным сыном своего века. Он был талантливым живописцем, поэтом, риттером, музыкантом, хранителем художественной коллекции Бельведера в Риме, священником Капитула Святой Марии в Утрехте, но это не мешало ему быть также и организатором празднеств, и инициатором осушения болот. На своем полотне художник изображает библейского пророка, крестившего Иисуса Христа в водах реки Иордан, в облике младенца, который одет верблюжью шкуру. Как мы понимаем, что это именно Иоанн Креститель? Обратите внимание, в его руках чаша и крест. Ну и также хотелось бы отметить
любовь к деталям этого художника. Обратите внимание, что помимо главной центральной фигуры, фигуры Иоанна Крестителя, мы здесь также можем увидеть и всевозможных птичек. Вот с одной стороны можем увидеть уточку, с другой стороны вертишейку и птичку с красной грудкой. Если присмотримся поближе, то даже сможем заметить, что у этой птички из клювика капает капелька водички. Вот настолько точно, детально художник все это прорисовывает. В начале 17 века в Нидерландах происходит буржуазная революция. Страна распадается на две части. Северные 7 провинций объединяются под властью Голландии, южная часть Фландрии остается под властью Испании. И таким образом искусство тоже расходится на две ветви – голландское и фламандское. Голландия начала 17 века – это бурно развивающаяся, богатеющая страна, один из центров европейского искусства. Там развиваются все жанры живописи, в том числе и жанр портрета. И примером раннего голландского портрета являются портреты братьев Иоганна и Даниэля ван Гель, написанные амстердамским портретистом Корнелисом ван дер Вортом, предшественником Рембрандта в голландской портретной живописи. Эти портреты были заказаны как парные, и мы можем об этом легко догадаться, потому что мы видим, как позы этих братьев зеркально повторяют друг другу, очень похожа колористика картин. Обратите внимание на верхние углы этих произведений. Здесь представлены фамильные гербы изображенных героев. И что хотелось бы отметить, в этих работах уже присутствуют черты психологизма. Обратите внимание на портрет старшего брата Иоганна ван Гель. Посмотрите на его взгляд. Это взгляд открытый. И жест руки, обращенный к зрителю, что как бы говорит о его открытом и дружелюбном характере. Если же мы с вами посмотрим на портрет Даниэля ван Гель, младшего брата, то заметим в его глазах легкий прищур и руки как бы отвернуты от зрителя, что говорит о его скрытности и о скрытности. Движемся дальше. Французское искусство. Представлены работы знаменитого французского портретиста Николя Лошельера. Перед вами портрет Пьера Леграна, который здесь предстает в облике французского вельможи. Но на самом деле это не так. Для всех любителей пиратов Карибского моря я расскажу такую историю, что Пьер Легран на самом деле был пиратом, который первый обосновался на острове Тортуга в Карибском море. Но, в отличие от Джека Воробья, Пьер Легран занимался пиратством легально. Он выкупил патент корсара у французского правительства, что позволяло ему совершать набеги на суда тех стран, с которыми воевала Франция. Часть награбленного имущества он оставлял себе, а часть отдавал государству. Впоследствии стал очень богатым человеком, который смог заказать портрет у самого Николя Лошельера. Ранее мы не знали, кто изображен на портрете, но опять же в результате научно-исследовательской деятельности мы узнали, что это именно Пьер Легран. И если вы сейчас наберете в интернете Пьер Легран, то вам высветится большое количество историй про этого пирата и про его приключения. С французским искусством мы с вами продолжаем знакомство на примере декоративно-прикладного искусства. Перед вами витрина с фарфором Франции. Это северская фарфоровая мануфактура 18 и 19 веков. Вплоть до 18 века фарфор был исключительно привозным, и привозили его из Китая и Японии. И стоил он чрезвычайно дорого, буквально на вес золота. Естественно, каждая европейская страна мечтала заполучить рецепт изготовления фарфора, который держался в строжайшей тайне. Первыми открыли собственное фарфоровое производство немцы, затем подключились другие страны. В 1756 году во Франции на севере была открыта крупная мануфактура, где стали делать первые фарфоровые произведения. Но в отличие от привозного фарфора, французский фарфор был мягким. Что это значит? Это значит, что он мог легко деформироваться при обжиге, но хорошо сплавлялся с фоновой росписью. И здесь же мы можем увидеть как раз вот эти фоны. Бархатисто-кобальтовый синий фон, бирюзовый фон, зеленое яблоко. Нередко изделия украшались тонкой цировкой, когда на золоченой поверхности процарапывался такой замечательный рисунок. Ну и, как я уже упомянула,
первой страной, в которой начали производить фарфор в Европе, стала именно Германия. Давайте мы посмотрим на мейсонский фарфор. В 1709 году Иоганном Бёткером и Эрнфридом Чернгаусеном было открыто крупное фарфоровое производство в Германии. И здесь на витрине представлены части сервизов и скульптуры малых форм, которые были в обиходе немецкой аристократии 18 и 19 веков. Хотелось бы обратить ваше внимание на вот эти вот скульптуры малых форм, которые просто привлекают наш взгляд своей красотой и неповторимостью. Сейчас вы можете видеть композицию «Дуэт». Здесь изображены дама и кавалер, сидящие на кушетке, в руке дама, а кавалер аккомпанирует ей на флейте. Ну а между ними затесалась маленькая собачка. Каждое такое изделие раскрашивалось вручную. Просто представьте, какой-то был титанический труд. Еще одна очень интересная скульптурная группа называется «Обнаруженный любовник». Здесь мы видим даму и кавалера, тоже сидящих на кушетке, а под ней затесался любовник. Мы специально его вынесли вот сюда вот на первый план для того, чтобы вам было удобнее разглядеть всю эту композицию. И его находит, опять же, собачка. Знакомство с немецким искусством мы с вами продолжаем живописными полотнами. И передвигаемся к работе Франца Руссо-младшего, которая называется «После бала». Это вторая половина XIX века. Здесь мы видим девушку, которая только-только вернулась после бала, и художник как будто бы застает ее за переодеванием. Мы предполагаем, что это муза художника, ведь у нас в собрании есть еще одна картина этого же художника Франца Руссо, на котором изображена девушка с жемчужным ожерельем на шее. И, по всей видимости, это та же самая дама, которая была его музой. Черты немецкого романтизма ясно читаются в работе неизвестного художника первой половины XIX века в портрете молодого человека с посохом. Сумрачная, скуповатая гамма серо-стальных и глухих коричневых тонов подчеркивается меланхоличным настроением мечтателя странника. Многие немецкие художники обращались к искусству других стран. Таким художником был Август Хопфгартен. В своей работе «Итальянцы» он обращается к искусству Италии. И если мы с вами посмотрим на картину Адольфа Шпидермана «Зимний пейзаж», она у нас расположена чуть подальше, то мы можем увидеть такой легкий намек на голландские пейзажи того времени. Ну и, конечно же, я не могу обойти стороной вот эту огромную работу Франсуа Ксавье Винтерхальтера, на котором изображена дама с веером. Это типичное салонное искусство. Вот как сейчас мы, например, очень любим фотографироваться, чтобы фотограф нас потом отфотошопил так, чтобы мы были красивыми, привлекательными. То же самое делали салонные художники, поэтому к ним выстраивались большие очереди. А Франсуа Ксавье Винтерхальтер, он был очень известным художником, который работал при дворе короля Наполеона III, и вся знать из всего мира выстраивалась к нему в огромную очередь для того, чтобы он написал их портрет. Ну и самый ранний образец немецкого искусства – это картина Абрагаминьона «Натюрморт как аду». Здесь не совсем немецкое искусство, вот сейчас объясню почему. Абрагаминьон родился во Франкфурте на Майне, но долгое время он жил и работал в Голландии, где как раз и зародился жанр натюрморта. И вот такой натюрморт, который очень похож на все голландские натюрморты, мы можем наблюдать в Ленском областном художественном музее. Нарядная пышность композиции подчеркивает парадный, барочный характер этого полотна. Эстетически роскошная, но холодноватая красота цветов неожиданно оттеняется подвижной фигуркой обезьянки на первом плане. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность посетить художественный музей онлайн сегодня в «Ночь искусств», потому что только сегодня специально для вас мы открыли музей для того, чтобы познакомить вас с его богатой и прекрасной коллекцией.
И сейчас мы с вами перешли в еще один наш зал, где представлены шедевры русского искусства Ульяновского областного художественного музея. И, конечно же, главное произведение в этом зале – это большая картина, на которой изображена Екатерина II кисти Дмитрия Григорьевича Левицкого. Это портрет Екатерины II, который был написан в 1787 году. Это своеобразная живописная ода императрицы, здесь все пышно и условно. Картина была написана по особому случаю. В 1783 году, в результате очередной русско-турецкой войны, к нам были присоединены крымские земли. И затем Екатерина II отправляется в Новороссию для того, чтобы посмотреть, как в Крыму строятся новые порты и города под предводительством Потемкина. И по пути в Новороссию, в Херсоне, она встречает людей, которые передают ей подарок от капитула Мальтийского ордена. Это пальмовая ветвь в букете искусственных цветов. И как ответный подарок магистру Мальтийского ордена Екатерине II заказывает свой портрет в полный рост. И он действительно и по сей день находится на Мальте, а у нас в экспозиции представлено авторское повторение того мальтийского портрета, который превосходит его по размерам в 2 раза и отличается незначительными деталями. Что же мы можем увидеть на этом портрете? Обратите внимание, на голове императрицы лавровый венок, в ее руке меч в ножнах, увитый лавром. И стоит она на фоне лаврового дерева. Лавра является символом победы, а своим мечом она указывает на крымские земли, обитые двойной радугой, что как бы символизирует процветание Крыма под властью Российской империи. А теперь обратите внимание, что у нее на груди лента ордена Святого Георгия вместе с орденом, который напоминает современную георгиевскую ленточку, которые были учреждены, то есть придуманы самой императрицей Екатериной II, ну и она же, собственно, стала носителем этого ордена. А сейчас мы с вами обратимся к искусству середины XIX века, и мне бы хотелось представить 2 прекрасных портрета Карла Павловича Брюллова, один из которых портрет Павла Кукольника. Написан был этот портрет в 1840-е годы в петербургской квартире братьев Кукольников. Именно в то время, еженедельно, по средам, в квартире Нестора Кукольника, который на то время был знаменитым литератором, и Павла Кукольника, который был историком и профессором Виленского университета, собирались многие значимые люди той эпохи. Это были и певцы, музыканты, и художники, и поэты, и многие-многие другие личности. А центром притяжения был прославленный триумвират. Это Михаил Глинка, Нестор Кукольник и Карл Павлович Брюллов. И по воспоминаниям, в один из вечеров разгорелся спор о религии. Именно в этот момент Карл Павлович Брюллов, как дань восхищения незаурядной личностью друга, написал портрет Павла Кукольника. Обратите внимание, хорошо прописана голова, часть фигуры и фон вокруг головы. Но особенно художнику удались глаза. Живые, чуть насмешливые, но таящие в себе разочарование и усталость. Еще один прекрасный портрет в духе романтизма от Карла Павловича Брюллова – это портрет баронессы Иулиании Ивановны Клод. Эта женщина была подругой Карла Павловича и женой Петра Карловича Клота, автора знаменитых конных статуй на Анчиковом мосту в Санкт-Петербурге. Более подробно о ее жизни – можно прочитать у Валентина Пикуля в произведении «Моя милая, милая Улька», где рассказываются очень интересные ее биографические сведения. А вот Александр Андреевич Иванов более 20 лет работал над картиной «Явление Христа народа», она огромная, 5 на 7 метров, и написал к ней около 600 подготовительных эскизов и этюдов. Один из этюдов «Оливковые деревья» хранится в собрании Ульяновского областного художественного музея. Этюд документален, автор подписывает, где была сделана эта работа. Это деревья у фонтана Аричи по дороге в Чжэнсян. Художник нам показывает жесткую листву олив, которые серебрятся на фоне яркого итальянского неба. А теперь мне бы хотелось показать еще одну большую картину академического художника Дмитрия Николаевича Мартынова. Перед вами его работа, которая была написана в середине XIX века, называется «Андорская волшебница вызывает тень Самуила». Академические художники писали свои полотна на библейские сюжеты, либо на сюжеты античных мифов.
Эта картина написана на библейский сюжет из первой книги Царств Ветхого Завета, когда иудейский царь Саул, вот он изображен в красных одеждах, накануне решающей битвы с филистимлянами, приходит в пещеру к Мидорской волшебнице, она изображена слева, и просит вызвать тень, или другими словами, призрак пророка Самуила, который когда-то помазал Саула на царство, но затем погиб. Является Самуил, и он предрекает Саулу поражение и гибель в войне. Обратите внимание, как напуган Саул, как он сжимает руку своего приближенного, и его взгляд полный страха и отчаяния. Интересна композиция этой картины. Она построена по принципу скрытой геометрии. То есть главных героев, а их у нас три, это самая волшебница, Саул и Самуил, мы можем вписать в равнобедренный треугольник, основанием которого будет рама картины. За это полотно Дмитрий Николаевич Мартынов получил большую золотую медаль от Академии художеств и право трехлетней заграничной поездки в пенсионерство. Но про пенсионерство я вам расскажу чуть попозже, а мы сейчас с вами близимся к работе еще одного знаменитого художника, гордость нашего музея. Это картина Ивана Константиновича Айвазовского «Вечер на море». Айвазовский очень любил сцены бур и кораблекрушений, такие как, например, «Девятый вал». Но со временем он отходит от сцены бур и кораблекрушений и переходит к более спокойным и реалистичным пейзажам. Таким пейзажем является наш «Вечер на море», датированный 1871 годом. Камерное и уютное впечатление это полотна достигается за счет эффекта вечернего освещения. И, как правило, здесь я своим экскурсантам задаю вопрос, а действительно ли эта картина спокойна? Посмотрите на нее внимательно. Многие говорят, что эта картина совершенно спокойна, посмотрите на море, штиль, облака уходят, а кто-то говорит, что наоборот, облака приближаются и скоро наступит буря. Я жду ваши комментарии по этому поводу, кто как считает. Айвазовский творил, в основном жил и творил в Феодосии, там находится его музей, и у него был ученик Лев Феликсович Лагорио, который прославился итальянскими пейзажами, но также писал и крымские, ведь он, так же как и Айвазовский, тоже родился в Феодосии. Как раз вид на Ялтинскую бухту вы можете увидеть в Ульяновском областном художественном музее. Еще одна визитная карточка, без которой не обходится ни один паблик по искусству ВКонтакте, это картина Константина Егоровича Маковского «За чаем». Год написания 1914. Хочу отметить, что оригинал этой картины хранится у нас в собрании в Ульяновском областном художественном музее. Маковский был прекрасным портретистом и, как исторический живописец, он воскрешал Боярскую Русь 17 века. И здесь как раз мы видим, как он изображает русский национальный костюм и прекрасную девушку, пышущую здоровьем. Но в то же время обратите внимание на самовар и чашку. Если русский костюм здесь показан, который относится к 17 веку, то самовар и чашка здесь относится к веку 19. Вот такая вот интересная загадка. И сейчас я вас проведу в наш последний зал. Это зал русского искусства. Еще хочу обратить внимание вашу мебель. Для тех, кто смотрит нас из Ульяновска, возможно, она вам что-то напомнит. Тоже пишите в комментариях, что вам напоминает эту мебель. Какое место в городе очень похоже на наши студии. И мы с вами оказываемся в зале русского искусства 18 и первой половины 19 века. Это последний зал с постоянной экспозицией Ульяновского областного художественного музея. 18 век – это эпоха Петра Первого, и здесь бы мне хотелось, конечно же, обратить ваше внимание на портрет Петра Первого, выполненный неизвестным художником первой половины 18 века. Петр Первый ратовал за приобщение русской государственности к западной образованности, и для этого он учредил так называемый институт пенсионерства, то есть когда художники уезжали обучаться за границу. И сам Петр Первый неоднократно также уезжал в Голландию, где его и написал художник Карл Моор. Затем наш русский художник Андрей Матвеев переписал портрет Петра Первого с работы Моора. И вот обратите внимание, на здесь на этикеточке написано «Тип Моор Матвеева», хотя выполнен картина неизвестным художником. То есть это значит, что какой-то художник, возможно, крепостной живописец, написал портрет Петра Первого с работы Моора и с работы Матвеева. Вот так вот создавались произведения. Здесь очень много картин, которые принадлежат неизвестным художникам, потому что крепостные живописцы, они в основном не подписывали свои работы.
И хотелось бы отметить, что в начале 18 века было немало приглашенных художников, которые жили и творили при русском дворе. И одним из таких приглашенных художников был француз Луи Кроваг, который переписал весь русский двор и написал портреты императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Я покажу чуть позднее. Но если у Луи Кровага Анна Иоанновна изображена во весь рост, то в нашем портрете, в работе неизвестного художника, который написан по типу Кровага, то есть с гравюры, созданной Кроваком, мы видим поясное изображение императрицы на фоне колонн и драпировок. И также обращаю ваше внимание на портрет Елизаветы Петровны. Он тоже был создан с работы Кровака. Также мы не знаем, к сожалению, авторство, кто же все-таки написал этот портрет. Известно, что это было излюбленное изображение императрицы. Эти два портрета — это так называемые парадные портреты, где царствующие особы были максимально красивы и привлекательны для зрителя. Еще одним приглашенным художником сроком на 5 лет в нашу страну был Иоганн Баптист Лампи старший. Перед вами его портрет Павла I. Но, к сожалению, проработал он недолго, хотя оставил после себя богатое наследие, и в том числе он оставил свою мастерскую нашему художнику Владимиру Лукичу Боровиковскому. Именно ему предположительно принадлежит портрет императрицы Марии Федоровны, которая была женой Павла I. Она с ним одновременно зашла на престол, но фактически не правила страной. Зато прославилась именно своей благотворительной деятельностью. При ней было открыто большое количество учебных заведений, в том числе и у нас в Симбирске была открыта Мариинская гимназия. Ну и, конечно же, еще одна гордость нашего музея, такая маленькая, здесь вот в уголке висит, это работа Федора Степановича Рокотова, на котором изображена княгиня Анна Голицына. Портрет был написан в годы творческой зрелости художника в 1777 году. Лицо Голицыной привлекает спокойной доброжелательностью черт. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Мне было приятно рассказывать вам эту экскурсию, и ждем вас после локдауна в стенах Ульяновского областного художественного музея. Всем пока!